Все, мне скучно. Сейчас я буду слушать пост-рок. Ясно вам всем? Пост-рок. Оу, не надо, Сашко. Давай лучше потанцуем вальс. Мы очень умеем танцевать этот танец. Какой вальс? Джеффи, рэпер, только рэп. Тун 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 тун. Нет, я сейчас буду слушать пост-рок. Никаких полицейских вальсов, никаких Джеффи рэперов. Только пост-рок. Эй, погоди, парниша, не спеши. Давай мы поищем, может, лучше песенку найдем для тебя. Где поищите? Да вот, в этих книжках. Я знаю, я уверен, что есть много интересных песен. Ну ладно, попробуйте. Так. Ну вот, например, номер. Ты поешь вообще? Ура, классно. Номер, ты поешь? Я не запрограммирован на пение. Ну ладно. А Маша поет? Про зайчиков. Песня про зайчиков. Маша поет про зайчиков. Ну, Сашко, нравится тебе? Сашко. Да. Про зайчиков песенка. Ну вот, я же сказал, обещал, что будет что-то. Так, может тут индейцы, песни индейцев нравятся? Нет. А барабанщики королевы? Тоже мне нравится. А мексиканские танцы? Да. Да? Сашко, молодец, у тебя хороший вкус. Так, тут кто нам песенку споет? Наверное, трубадур. Ты, трубадур. А песня где? Он умеет по оперу. Умка. А песня? Зе, заяц. Ну, давай, вот заяц будет петь. Что? Где песня? Почему нету песни для Сашко? Так. О, у вас есть песня? Я в науках 10 лет, я в науках 10 лет. Плавал и тонул. Не хочу тонуть. Другую песню. Ну, Врунгель. Ну, нравится, Сашко? Да. Да, это песня, а это? Мы бандиты. Очень. Не, я боюсь бандитов. Нет, выключайте. Так. Такс. А кто тут у нас поет? Так, кто-нибудь поет у нас тут? Что? А песенка где? Где песенка доктора? Так, футбол плеер. О, сингер. Ну, сингеры. Почему не поете? Сингеры хреновы. Они устали. Где Фунтик? Где мой поросеночек? А твой поросеночек поет? Хорошо, поет. О, поет. Ой, ну как, Сашко, тебе? Бомж Фунтик нравится? Да. Который жжет карамельки. Лес, не, я боюсь леса. Убирай эту песенку. Где Фунтик? Он бродяжничает, бомжует, жрет карамельки, ворует. Короче, преступник он. Где Фунтик? Какой Фунтик? Заяц.
что такого интересного сказал? Я сказал, что? Где Фунтик? Какой где Фунтик? Ну все. Ну, Белодонна заяц. Ну, погоди. Все, пока, Белодонна заяц. О, давай послушаем песенку в айфоне. Так, это не песенка. Сэмптошиба. Это батарейки какие-то. Это ты шиба. The Cure. О, это же группа была. Музыканты. Давай послушаем. Ну, как, Сашко, тебе такая музыка? Это же пост-рок! Ты хотел заслушать пост-рок? Да, да. Ну вот, вот это и есть пост-рок. The Cure, пост-рок. Может, еще какую-нибудь песенку посмотрим? Iron Maiden, например. О! Так, зайдем в Википедию. Может, у них тоже есть песенка какая-нибудь, что послушать? О, есть. Вау. А это уже настоящий рок, металл. Да. Барабанщик, слышишь, как там играет барабанщик? Ту-ту-ту-ту-ту. Тут тоже барабанщик играет. А, не все сразу, нет, выключайте. О, круто. Не, ну мне понравился Iron Maiden, да. Так, кто у нас тут? Песенку мы просим. Нету песенки. Ну сколько можно смеяться, заяц? Кто нам песенку споет? Трубадур. Трубадур. Тут он говорит эй. Трубадур. Тут он ла-ла-ла-ла. Не, эти песенки нам не нравятся. Ну что, поехали дальше. О, Лунтик, а у тебя есть песенка? Ну, Сашко, как тебе песенка Лунтика? Нормальный. Да? Нормальная? Ясно. О, Молния Маквин, а ты знаешь, в каких странах красивые песни? Ну, например... Японские песни. Бань-бань-бань-бань-бань-бань-бань. Джигальские песни. Британские песни. Да. Ну, Сашкош, какие песни выбираешь? Японские. Японские тебе нравятся, да? Аниме. Э, Золушка, а ты умеешь петь? Золушка! Опять кто будет? Куда ты побежала? Маленький. Какой маленький? Я уже большой. Кто меня маленьким обозвал? А вы что? Зима. Танцевать. Опять не умеете? Спать. А жрать когда? А компьютерные игры играть когда? А какать когда идти? Ясно, нету тут песенки. Дед Мороз, спой песенку. И что я смешного сказал? Ты был плохой мальчик. О! Это нравится песенка? Нормальная. О, нормальная? Ну да. Это песенка «Преддверии подарков».
Так, кто у нас тут споет песенку? Бук. Заяц, чего смешного я сказал? Я сказал, что Iron Maiden некрасивая группа. Iron Maiden — это крутая рок-группа. О, ну а как тебе эта песенка, Сашко? Сашко, нравится песенка? Не? А это? Ну и крути педали, пока не дали. Дружно он жить собрался. Так, что нам споет Маша? Какие тучи? О, это тебе же нравилось, Сашко, песенка. Ну, а пока солнечные зайчики больше всего нравятся, Сашко. Такс. Ну, тачки, а вы умеете петь? Тачки. Куда же вы, тачки? Ах, тачки уехали. Ну кто же главный эксперт сегодня? Кто нам расскажет? Какая крутая песенка есть? О, Чак Норрис? Я тебе сломаю все динамики. И будешь смотреть мне? Посмотри всю чешскую историю про кротика. Про кротика? Так, а зайчик? Все чешские истории. Цупите-дупите за луку Митина. Кого Кимина? Родина. Какая Кимина? Откуда Ушида? В лесе се нестратí. Nejmladší zajíček je trochu nezbeda. Motýla uvidí, už běží kam se dá. Pojď si hrát botýlku, pojď si hrát botýlku. Какую бутылку? Vyhraje, kdo první oběhne pivoňku. Какой пивоньку? Бутылку пива, да вы что? Нельзя детям пить пиво! Мотыль ма крыделка, фрнк, а я за лесом. Па-па-па, зайчку, мне уж грать не хцеся. Улетел мотылек, зайчек зустал сам. Какой сам? Не туши, куди кам. Кого тушить? Где пожар? Какой пожар? Мама, за пяти реками, за пяти горами. Zajíček celý den světem se trmácí, až došel k pařezu, kde bydlí myšáci. Řekněte myšky mé, kde... Какой myšky má? Какие myšky ještě? Откуда myšky? Скажите еще myšky Гамми. Večer je za humny, ťapky už bolí. Какие ťapky? Až za šest. Кого вы копать хотите ťapkami? Kde pak je máma má? Какая máma má? Máma! Mama. Noc na louku a nikde hvězdička. Tři slzy vyhrkly na tváři zajíčka. Bráchové malíčko, kdo pak mě zachrání? Zvířátka, kdo se budila ze stavu. Kdo chráňuje kurmici se? A ráno raníčko, když už noc odplyne, krtek ven vyleze, vykřikne, je tak je ten bezdomný zajec. Tu vyspává za zvíře chlupaté, vstávej ty lenochu. On za celou noc spal pod jolky. Ztratil jsem maminku, najdu ji stěží. Krtek najdu já sebe domík. Rafl ho a už s ním běží. Takových trumpetů, těch jsme tu viděli naposled hlemíždě minulou neděli. Kavo, kdy bloudil tu? Kuda vy zabrili, jo, tam globako. Znám to. Vy že utonete. Všechny vás vyvedu z těch vašich chmur. Cestovní kancelář Krteček Tour. Какой тур? Дозекл, какое путешествие? Маминка с брашками там лесом у леса. Басничка скончила, а едно платí. Ten, кто се басничка? Дула, легце се стратí. Какой легче стратí? Что это было? Ну, Чак Норрис, ну погоди.